Здравствуйте, цыпочки. Привет, орлы. Привет. Мы, как всегда, в машине, мы, как всегда, в пути. Снова суббота, и снова мы едем в Сургут. Упс. В общем, едем, как всегда, за сырьем. Я надеюсь, это уже будет как любят говорить, крайняя поставка, да? Мы перешли на договор с фабрикой, с заводом напрямую. В обход метра, в обход всех, прям вот сразу напрямую, потому что вопрос логистикой полностью накрылся медным тазом. А сейчас лето, сейчас надвигается уже тепло, поэтому суть в рефрижераторе остается на самом остром как-то пиковом моменте. Вот. Ну хоть бери и покупай этот газель-рефрижератор и садись, и сам мотайся. Ну знаете, был комментарий о том, что купите прицепы и не парьтесь, возите в прицепе. Вы знаете, легко сказать, купите прицепы, не парьтесь, но при этом еще и готовьте, еще обклеивайте, еще ездите за сырьем. Если бы у нас была возможность раздвоиться, то есть Игорь и Вика еще, знаете, комплект добавить, то в принципе без проблем можно было купить бы прицеп и ездить. Но пока что мысли идут в другом немного направлении. Мы обязательно с вами поделимся, потом уже, когда что-то обрисуется, вам расскажем. Ну а пока мы мотаемся сами. Еще цель стоит купить сегодня посуду, нержавейку, уже большими объемами. В общем, если брать, то с первого, самого сначала, мы уже вышли на четвертый размер, по-моему, да? Ну, те котлы, которые Саша нам купила, или она больше купила? Она больше. Первые у нас были на 10 литров, потом... 14. И сейчас на 19, да, на третий размер мы вышли. В общем, в два раза у нас увеличились объемы именно вот в приготовлении, в посуде. Ну и, собственно говоря, сейчас две выставки. 14-15 будет в Ханты-Мансийске, апреля. И с 21 по 23 выставка будет в Тюмени. Я вам напоминаю, если будет возможность, приходите, будем рады. Обязательно говорите. Впереди камера на 90. Обязательно говорите, что вы наши зрители, наши подписчики с канала. Очень приятно. Часто люди подходят, об этом сообщают. И даже приезжают, были моменты, когда приезжали из Сургута, когда из Екатеринбурга приезжали. Мы уже когда-то была вот выставка, по-моему, перед Новым годом или после Нового года, я сейчас не вспомню. Мы уже все продали, уже были в торговом центре, сидим, кушаем, а нам звонят, говорят, а мы выехали с Сургута за паштетами, отложите нам такие-то, такие-то. Мы говорим, знаете, мы уже все продали, уже день, как выставка закончилась, поэтому, ну вот, люди расстроились, очень жаль, но мы подсказали, что в Нефтеюганске каждую пятницу паштеты можно купить, они в наличии, они в магазине, туда уже тоже увеличились партии, поэтому мы становимся к вам доступнее. А сейчас подъезжать будем скоро к Нефтеюганску. Мы уже в Сургуте покупки сделали. Купила емкости специально для масла сливочного, чтобы нарезать порционно. А здесь снег идет, представляете? Вот. Не отпускают нас. Зима. Прошлой ночью было минус 23. Вчера было минус 16. Сегодня минус 9. Заехали сюда в мясной двор, Сургутский мясокомбинат. Набрали, слушайте, сумка. И рульку взяли. Вот это холодное. А это теплое, это нельзя с холодным класть. Ну пока сюда. Взяли рульку, взяли языки, ветчину из языков, сосиски в тесте, взяли балык. Ценник, конечно. Мало того, что ценник ниже, чем у нас, так еще у нас просто нету такого продукта, такого вообще, в принципе, ассортимента. Ну и приехали мы за кастрюлей. Почти 20 литров.
Да, и почти 8000, 7400. Вот, а потом у нас будут вот такие кастрюли уже, вот такие большие, литров на 50-60. Как-то так, девочки. Ну и пойдем сейчас пошаримся, посмотрим, поизучаем. Ну и когда выдастся снова поехать в метро, мы не знаем, поэтому взяли два больших пакета пельменей, взяли вот эти хинкали, мы их очень любим, они вкусненькие, взяли говядина и свинина. Баранину в этот раз не стали брать, у нас еще есть. В общем, взяли посуду, взяли опять и взяли томатную пасту, вот эту, которую я вчера готовила, вкусненькую, так что прибарахлились в метро. Вот Игорь повез всю печень, которую мы собираем. Это везу я. Там получается 150 килограмм. Сейчас загрузим в большой холодильник. У нас специальные есть короба, в которых все это в надлежащем виде и температуре приедет. И, в общем, идем на кассу. Сколько придется приготовить. Я как посмотрю сейчас на это количество. Мне аж прям страшно. А на Тюмень будет еще больше. Товарищи, снег разыгрался не на шутку. Прям видите, уже как нападал. Капец. Ух. Ну вы думаете, смех смехом, что мы в Сургут за хлебом ездим? Нет. Сургутские сосиски. Почему мы не купили в мясокомбинате, я не поняла. Ну, не подумали, в общем. И хлеб столичный, сургутский, вкусный. Мы приехали в Пойковский сейчас. Выбираем еду. Как всегда, здесь очень разнообразно. Получается гарниры. Здесь получается мясное все. Я взяла салат. Саше привезу сырники. Вкусные очень здесь сырники. Я всегда беру. Осталась только одна порция. Вот их сейчас приду. Кетчуп. И вот мне получается тоже порция. Пока еда не съедена, покажу вот в итоге, что мы взяли. Обязательно чай. Игорь берет вкусный свеженький салатик. Сейчас я тоже попробую. Надо и ветчину, и помидорку взять. И сырок. Я не знаю как, но у помидор вкус даже есть. Да? Меня это удивило. Вкусно? Ну, теперь настал черед пюрешечки. И попробуем отбивную. Ну, она прожарена. Я не знаю, как они умудряются, но у них, в принципе, всегда все вкусненько. Единственное, может быть, картошка немножко прохладная. Как им среди зимы удалось найти помидоры со вкусами помидоров? Обычно у нас они по вкусу никакие, как сырая картошка, как трава. А тут, да, вкус. В общем, и вам и нам приятного аппетита, кто сейчас завтракает, обедает или ужинает. Мы доедаем и поехали. Мы дома доехали, все хорошо, разгружаемся. Полно вещей, полно шмоток. В основном это все, что нужно как раз таки в цех. Ага. Домой взяли сосиски, хлеб, рульку вот здесь я вам показывала. Сашке сосиску в тесте, сырники. Ну, такое. Вот. Часть еще тоже домой взяла шинковку. Вот эти вещи в цех надо. Овощерезка, шинковка, это домой. А это боксы тоже в цех. Вот они, специально для масла.